Очень рад за тех людей, которые имели честь приобрести у него работы, потому что любая из них может украсить и офис, и хороший граничный салон. То есть это приличная живопись для приличных людей. Я вам всем благодарен, что вы пришли. Я рад, что вы находитесь рядом с ним. Я думаю, что ваше общение с этим мастером будет продолжаться. Большое спасибо еще раз директору, которая предоставила столь шикарный зал, уютный, камерный, великолепный, акустически великолепный, с прекрасными стенами. Все так организовано. Я рад за вас, столица. Здравствуйте.